Суток всем подписчикам и гостям моего канала. Сегодняшний ролик я назвала «Таинственный мир» Дэвида Корси, и он является как бы продолжением моего предыдущего видео, посвященного его колоде Таро «Вечная ночь вампиров». Ибо талант и мастерство Дэвида Корси не то чтобы покорил, а, не побоюсь этого слова, буквально поработил меня. Более того, колода как бы велела мне сделать целых 3 дополнительные карты. Это влюбленные, колесницы из старших арканов и рыцарь-всадник мечей из младших арканов. Да простят не все. Но в свое время мы поговорим и об этом. На самом деле, обе его колоды, в том числе и та, что перед вами, Таро призраков, и о которой я уже рассказывала, Вечная ночь вампиров, сложно их назвать темными колодами. По поводу «Вечной ночи вампиров» я объясняла подробно, почему, несмотря на то, что события на картах разворачиваются то в сгущающихся сумерках, то в кромешной тьме, и в той колоде, и в этой колоде, и темная ночь, и прекрасная луна являются в действительности главными героями и персонажами обеих колод, что столь сильно их объединяет. Изображения на картах не только крайне романтичны, но более того, все они проходят, я бы сказала, еще и в социальном прокрасе, и на фоне отношений между людьми, призрачные эти отношения или нет. Я сказала бы, что от них исходит не зло, не глухая тьма или страх, и, конечно же, грусть от несбывшихся надежд и ожиданий. Мы видим в этой колоде непосредственно Таро призраков. И что самое интересное, мастер ни на йоту практически не отходит от классики Артура Уэйта при всем разнообразии изображений. Дело в том, что вы уже, наверное, обратили внимание, что колода яркая. Да, она красочная, она, опять же, повторяю, мной переработана для себя. Я сделала вот такие вот краски и сделала определенные цвета мастей. Вот старшие арканы, они у меня в рамках терракотового цвета. Это масть пентаклей в золотом цвете, масть-чаш вот в таком темно-малиновом, почти сиреневом оттенке, посохи в темно-зеленом и мечи у меня в темно-темно-фиолетовом цветах сделаны. И оттенки все придала не только рамкам, но и самим картам тоже. Теперь давайте вспомним, что же такое есть призраки. Известный автор, философ, писатель Михаил Энде в своей «Бесконечной истории» написал: «Может быть, люди, которые говорят, что призраки не существуют, просто боятся признать, что они есть?» – спрашивает он. Вот. А в другом источнике Банана Эсимота в «Озере» он пишет: «Я подумал, что если бы я был призраком, то мне, наверное, больше всего не хватало бы именно таких обыденных и, казалось бы, бесполезных вещей, как суеты жизни, окружающей нас изо дня в день». Для тех, кто не хочет ограничиваться только лишь представлениями материалистическими, мир является многомерным и бесконечным пространством, где бок о бок с нами существуют иные формы жизни. Среди них нам с давних времен известны те, кого принято называть привидениями, призраками, духами, то, что привиделось. Они остаются невидимы и неосязаемы, но их присутствие мы иногда ощущаем своим внутренним чутьем. Чаще всего это происходит в определенное время года, когда завеса между мирами истончается. Это происходит в дни празднования древних кельтских праздников, например, Самаин, или европейских праздников Хэллоуин.
И даже те, кто не верит в существование привидений, знают, что ничто не исчезает бесследно, что наши желания могут материализовываться, облекаясь в плоть и кровь, а человеческие мысли и дела оставлять следы, не стирающиеся в течение столетий. Ну что призраки? Призраки в некотором смысле – это и коллективная память, и отражение пережитых эмоций, чувств, след прерванных дел, недостроенности, невоплощения идей. И, возможно, все, что жилое, сохраняется в некой энергии, психической, ментальной или коллективного бессознательного, как мы говорим, это точно не знает никто. Но это даже не важно. Важно другое. Важно то, что призраки прошлого влияют на нашу сегодняшнюю жизнь, чувства и образ мыслей. Именно важность этого вопроса отразилась в арканах Таро призраков, особенно в старших арканах, где персонажи представляют собой не просто отдельных духов или чьих-то привидений, а те внутренние силы, которые спрятаны в глубине души и которые соединяют прошлое и будущее, формируют тот переходной момент, который мы называем сейчас. Сейчас немножечко я бы хотела рассказать об этих старших арканах. Вот посмотрите, какие я сделала оттенки. Ну, конечно, так сказать, работа самого Дэвида Корси, она великолепна и не поддается никакой критике. Еще раз повторяю, я сделала эти цвета, этот прокрас для себя, для своей работы. Мне так удобно работать, я так ощущаю мир. Посмотрите, вот дурак. Он «Радость путника» называется. Его так назвали авторы. «Радость путника». Да, кстати, система и традиции Оэта здесь соблюдены, конечно же, безупречно. И даже новички могут смотреть по этим колодам и даже учиться по ним, потому что отражают смысл Оэта безукоризненно. Единственное, что надо сказать, что, конечно же, все это очень своеобразные тематики оформлены. Вот шут, мы уже сказали, да. Маг. Называется эта карта «Труды алхимика». «Труды алхимика». Видите, посмотрите. Во-первых, здесь символы всех мастей есть. Динарии, потом чаши, мечи. Вот все вот здесь у него здесь собрано. И изображен вот этот маг, призрачный. Вот что я хочу сказать, что интересно в этой колоде для меня. Когда я смотрю на этой колоде, она для меня не самостоятельна. Я уже в прошлый раз говорила. Я ее беру как колоду-комментатор к чему-либо. Или я беру две колоды, эту колоду и, опять же, какую-то другую. И когда выявляются карты из этой колоды, то стоит тема призрачного. Счастье ли это призрачное, деньги ли это призрачные, я не знаю, власть ли это призрачная, сила ли это призрачная, но это призрачное. Вы знаете, какое изображение, видите, как прямо насквозь как бы виден свет и прочее. Жрица, храм души называется. Вот великолепное изображение жрицы. Душа человека, она бесценна. Ее жилище следует бережно защищать и хранить, да? Говорит эта карта. Дальше император. Это опыт правителя. Видите, как он изображен? Опыт правителя. Папа. Поддержка веры называется. Вообще не видны эти изображения. То есть я тут сама любуюсь, не знаю, видно ли вам. Так, значит, император, вот папа, поддержка веры. Вот так вот она изображена здесь. Все они насквозь видны, видите, призрачные образы. Что касается карты влюбленных, у меня их две. Вот одна у меня в таком ярком прокрасе, алм, а здесь она уже несколько в терракотовом оформлении. И когда выпадают эти карты, они имеют для меня разную смысловую нагрузку. Ну, по-разному. Знак плюс, знак минус. Явное, тайное. Да, нет. Есть ли это в действительности или нет ли этого в действительности. Вот это. И то же самое, что касается колесницы, карту, которую я просто очень люблю. Она здесь называется «Неуправляемый бег». Но предыдущая она называлась «Соединяющие объятия». Да? А вот это называется «Неуправляемый бег». Здесь у меня тоже две. Тоже в таком же варианте, как дополнительная карта. Знак плюс, знак минус, да, нет, реалии, фантазии и так далее и тому подобное.
Но она сама по себе великолепна. Вот этот фотошоп цветовой сделала я. Фонари. Здесь они у меня алые, здесь у меня темно-фиолетовые. И так далее. Возница, видите, лицо которого закрыто. Вообще изумительная, потрясающая карта. Просто гениальный, так сказать, художник. Так, дальше у нас карта идет сила. Здесь как бы дух мужества. Названа эта карта. Дух мужества. Ну, опять же, изображена женщина, покоряющая льва, лев прирученный и так далее. Традиция у это. В классике, например, богиня Иштар, приручившая Аштарет, или ее называют приручившая льва. Здесь вот так по-разному. Ну, смысл есть, конечно, он остается. Отшельник, дух молчания, его назвали. Потрясающе совершенно. Потрясающе. Колесо фортуны, дух судьбы назван. Непредсказуемость, изменчивость. Я долго сидела над цветом вот этой карты. И вот она у меня в малиновом виде предстала, так вот мне показалось. Дух судьбы. Правосудие, закон и справедливость. Так изображено. Классика. Повешенный. Однозначно классика. Так, здесь аркан смерть. Всегда распахнутые ворота. Простите, про повешенного не сказала. Названа она «Переход к росту». А смерть – всегда распахнутые ворота. Ну, оно и понятно. Оно и понятно. Умеренность. Эхо добра. Названа. Дьявол. Обманчивость страстей. Ну, с факелом, вот, пожалуйста, с огнем. Эта карта же вообще сама по себе очень экспрессивная. Так, очень много значений имеет эта карта. Некоторые говорят, что это карта политика, другие говорят, что это карта искушения, третье – зло. Но в любом случае она неоднозначно значима. Башня. Пустая оболочка названа. Тоже долго сидела над этими расцветками. Звезда. Дух неба. Вот эта карта названа как дух неба. Дальше луна. Бессознательное. Видите? Про карту Луна я говорила в предыдущих роликах тоже немало. Вот карта Луна, она как бы объединяет, цементирует собой, конечно же, всю вот эту колоду. И в колоде «Вечная ночь вампиров», я уже говорила. Это герои. Ночь и Луна – это главные герои, главные персонажи такого рода тематики. 19-е солнце, жизненный свет, названа эта колода. Не всем предназначено жить в свете. Возможно, это опять отголоски вампиризма здесь идет. Видите, прячутся они от солнца, от света и так далее. 20-е суд называется в конце начало. В конце начало, видите, только после смерти начинается чья-то жизнь, чье-то существование. Ну и, наконец, 21-е. Мир – это совершенный дух названо. Тоже очень трудно было сидеть над расцветками. И потом я в конце, не забыть бы мне показать на компьютере эти колоды. Я и «Вечную ночь вампиров» в прошлый раз не показала. Много времени ушло просто. Ну, сейчас, может, будет побыстрее. Вот так. Вот такая изумительная, совершенно потрясающая его, конечно же, Дэвида Корси трактовка. Так, дальше. Дальше посмотрим с вами. Я обычно рассматриваю сначала пентаклей. Пентакли у нас соотносятся со стихией Земли и представляют материальные ценности и сферу вещей. Реалии, абсолютные реалии. Они символизируют стабильность, целостность, преемственность, определенность. И даже в условиях меняющегося мира пентакли представляют энергию, сохраняющую постоянство, согласованность и вечность. Они обеспечивают земную устойчивость, защищенность. Вот такие они. Туз. Видите, как туз изображен? Жизнь Земли подчиняется своим законам и циклам. Земляной знак-то. Это знак Земли. Прекрасная карта. Прекрасная. Двойка. Повторяю, традиции Уэйта сохранены. Вот так. Вот здесь изображена двойка.
Я рассматриваю двойку как партнерство в бизнесе, поиск чего-то второго. Вот видите, письмо у него здесь на поясе и так далее. Все по-разному мастера все-таки рассматривают эту карту. Ну вот, но придерживаться его это. Можно придерживаться, можно свой аспект как-то придать, безусловно. Повторяю, все зависит от вопроса, от клиента, от тематики, от окружения остальных карт и от психики самого мастера. Третье. О, карта мастера, пожалуйста. Великолепно изображена. Но опять же, посмотрите, ведь эта же девушка, она вроде как настоящая, да. А это призрак. Воспоминания о том, что когда-то в этом храме трудился какой-то мастер. Потрясающе совершенно. Четвертое. О чем говорит? Жадное скопидомство. Ну почему жадное скопидомство? Человек чего-то достиг, почему он должен все разбазаривать? Он боится все потерять, да? Я его понимаю. И человек чего-то достиг, и понимаешь, он должен раскидываться вокруг всем и вся. Все, что у него есть. Пятерка. Пятерка, она печальная. Пятерка Пентаклей – это карта нищеты вообще-то. Это карта нищеты. Вот здесь посмотрите. Русалки, призраки, русалки, я не знаю, кто там выходит, эти сущности выходят, куда-то бредут и так далее. Но, тем не менее, она все равно печаль. Какими бы они ни были распрекрасными, эти русалки, это печальные образы. Это девушки, умершие от любви, бросившиеся в реку, в озеро, утонувшие и прочее от несчастной любви. И почему они мстят за себя? Они мстят за себя. Ну, вы знаете, не буду вам все это объяснять и рассказывать. Мстят за себя всяким путникам и тянут на дно мужчин в основном. Вот так. Шестерка. Шестерка Пентаклей. Здесь она означает как бы терпение, ожидание. Вот, ну, ожидание чего? Мы знаем, что это карта подарков. Вроде как бы, да? Ну вот, ждет какой-то подарок судьбы. Опять же, смотрите, это реальный персонаж. А это персонажи призрачные. Призрачные подарки. Невозможно получить то, что человек этот хочет. Семерка. Ждем непонятного урожая, да, как мы говорим. Он где-то там чего-то там маячит. Но будет ли это? Упадут ли эти плоды на землю? Когда они упадут? Сколько нужно еще их ждать? Восьмерка, мы говорим, это карта ученика. Опять же, посмотрите, реальный человек, реальная девушка, видите, устанавливает памятник, видимо, своему учителю. Но трактовать ее можно совершенно по-разному. Это не значит, что вот как нарисовано, так и трактовать. Нет, конечно. Подумать надо, что сказать человеку. Девятка. Девятка Пентаклей – карта очень хорошая. Как говорится, девятка на руках – это карта денежная. Это карта денежная. Но для тех, кто жив, а для тех, кто не жив, эта карта ничего не дает, кроме сожаления, утраченные иллюзии. Десятка. Говорила уже, что десятка – это вообще карта максимального накопления богатств. Так? Да вот кому что нужно? Живым нужно имущество, а неживым что нужно? Какое-то удовлетворение, чтобы души их успокоились. Дальше идут фигурные карты, дворцовые карты, карты двора, по-разному, как мы их называем. Они замечательные, эти карты. Вот они здесь. Паж, рыцарь-всадник, королева и король. Как они называются? Паж – дух ученичества. Но мы привыкли говорить, что это паж – студент и прочее, вестник денежный и так далее. Ладно. Дальше у нас идет рыцарь – дух защиты. Но вот эта карта, знаете, чем отличается? Она стабильность, да, но очень долго к ней идти. В общем, ну, выражаясь по-простому, тормоз самый настоящий. Очень медлительный человек, или призрак в данном случае, он очень медлительный. Он достигает цели, но очень медленно. И цели денежные. Он идет к этой цели, но очень и очень медленно. Тормоз, одно слово. Королева здесь. Королева. Ну, почему-то ее назвали дух материнства, но я бы не сказала так.
Она олицетворяет, дух материнства скорее чаша, а она олицетворяет, это бизнес-леди, призрачная бизнес-леди. Ну и, наконец, отец, король, назвали его дух отцовства, опять же, не совсем согласна. Опять же, здесь стоит вопрос денег. Это денежный король, но призрачный. Понимаете, все зависит от того, для меня, повторяю, это карта компаньон, то есть это колода, колода компаньон. Я ее беру к какой-либо колоде. Правда, рубашки. Смотрите, какую я рубашку сделала. Видите, какая рубашка красивая у меня. Вон она. Вот у меня титульная. Вот я сделала своего всадника-рыцаря. Карта, которая мне очень нравится. А рубашку я сделала вот такую. Вот такую положу. Черная свеча. Вот. Вот так вот. Призрачные деньги. Так, ну давайте посмотрим дальше. Чаши. Чаши вот такие, расчудесные, прекрасные чаши. Кубки, иначе. Связаны они со стихией воды. Это, вы знаете, представляют они человеческие эмоции, сферу чувств. Ну и как потоки воды. Эти эмоции очень подвижны, переменчивы, но вода – это стихия очень мощная. Но все стихии мощные, в том числе и вода. И вот в чем особенность эмоций, они могут изменить человека, они могут наносить раны, они могут поменять ориентацию в жизни. Эмоции свои надо сдерживать. Когда человек отдается эмоциям, потом бывает в жизни очень-очень плохо. Туз. Эмоции рождаются в душе. Как бы. Прекрасная карта. Напоминает «Вечная ночь вампиров», там туз, чаш там с кровью, естественно, бокал, хрустальная чаша с кровью. А здесь вот тоже с напитком, вроде как бы, или призрачным, опять же. Вечная любовь. О, вечная любовь прям так и называется. Вечная любовь. Призрачная. Если открывается эта карта у меня, как компаньон, какая любовь? Призрачная она. Вот такая. Тройка. Чувства. Дружба, содружество и так далее. Ой, это сохраняется. Четверка. Тройка. Так, это четверка, да. Тоже по традиции у этого. Это карта пресыщения, мы говорим. Вот ему еще преподносит что-то, он уже отказывается, ему это не надо. Причем это реальный человек, а это нет. Видите как? Пятерка чаш. Пятерка чаш, как я уже говорила, все пятерки, они все трагичные. В данном случае трагедия в том, что уже человек уходит от того, что есть. Она здесь больше восьмерку, кстати, напоминает. Вон, восьмерка тоже такая же, посмотрите. Уход от того, что достигнуто. Но дело в том, что если здесь реальный персонаж, у него глубокая печаль, это реальный человек изображен. Да вон призраки где-то маячат вон там. А это нет. Восьмерка. Она призрачная. Призрачная дама. Пускается в какое-то путешествие. Вот шестерка — это карта подарков. Здесь все сохранено. Опять же, обратите внимание, реалии и нереалии. Видите, как девочка, которая, быть может, вспоминает какого-то мальчика, какое-то детство вспоминается и так далее. Семерка вообще, как говорится, карта иллюзий. Вот она и есть, иллюзии в воздухе витают. И призраки вспоминают о своей бывшей жизни, возможно. Печально, конечно. Восьмерка уже говорила. Девятка. Девятка чаш, карта хорошая, мы говорим. Ну, это карта абсолютной любви. И в отношениях, ну, опять же, посмотрите, реальный человек и призрак. Понимаете, получается, что все обман. Все, что мы смотрим, это все обман. Это обман для реальных людей и недостижимая мечта для призрака. Это вообще-то, по большому счету, конечно, тоже трагичная колода. Так же, как и «Вечная ночь вампиров». Ну, десятка. Десятка у нас свадьба, имеется в виду, десятка чаш. Ну, здесь вообще непонятно, что вообще смерть с косой изображена. Вот что Дэвид Корси хотел сказать этой картой? Сложно сказать. Ну что, свадьба, призрачная свадьба, которая... К чему? Кто ведет, руководит? Смерть с косой, что ли, руководит этой свадьбой? Все вообще плохая. Хотя, по идее, она должна быть хорошая. Она означает свадебное торжество. Достижение цели, ну, не знаю, что он хотел сказать. Все-таки каждый художник, у него свое восприятие жизни, вот так. А может, просто
что-то имел попроще, что-то в виду, эту штуку у него можно узнать. И, наконец, дворцовые. Дворцовые. Дух мечтаний названо. Ладно. Ну, для меня паж, который преподносит. Смотрите, смысл, как в «Вечной ночи вампиров», там тоже паж преподносит вот эту масть постоянно. Тут он чашу преподносит. Это известие о какой-то любви. Например, я расцениваю. Это может быть посланник любви. Можете так говорить. Посланник любви, вот будете известие о любви. Так, рыцарь. Дух обольщения. Ну, говорю же. Дух обольщения, ну, герой-любовник. Тут это однозначно. Эта карта для меня только означает героя-любовника, молодого и так далее. У которого, ну, умеет женщины, так сказать, молодые или какие, не знаю. Королева. Ну, она названа дух монашества, но далеко не так. Далеко не так, она никак не может быть монашкой, поскольку она была женщиной, матерью, женой, любовницей, я не знаю, подругой, кем угодно, но только не монашкой. Это уж извиняется. И вот здесь, да, это воспоминание этого призрака о том, что было когда-то в ее жизни. Вот. И то же самое, король. Дух целительства он назван, ну пусть дух целительства, ничего такого, но это, понимаете, о чем эта карта? Эта карта короля, это зрелый мужчина в возрасте, уже, так сказать, не молодой, но и не старый. Но он знает толк, как бы это выразиться покультурнее, толк в любовных отношениях, понимаете, в отношениях с женщиной. Он понимает, как надо уважать женщину, как с ней надо обращаться, понимаете? Это человек, который знает толк в любви, ну, скажем так. Вот так. Ладно. Дальше посмотрим мы с вами масть жезлов. Масть жезлов, стихия огня. Что она представляет собой? Представляет она собой сферу желаний. Это масть действия, это люди действия, это люди, которые стремятся к власти. Это масть власти. И все. Помимо этого, она очень цветущая. Она означает творческих людей, которые любят жизнь. И поэтому я ей даю вот такой зеленый цвет, оттенок, цвет деревьев, травы, цветущих растений и так далее. Ну да ладно, это мое, так сказать, дело, мое видение. Что же касается непосредственно по колоде. Ну, стремления, они желания, они толкают человека идти вперед, выше и выше. Это огненные знаки. Сюда относятся стрельцы, сюда относятся овны, львы относятся, те, у кого знак огня. Ну, наверное, не буду сейчас говорить, что кто к земле относится, кто, сказать, к воде, кто к воздуху, гороскоп, наверное, все знают. Но она делится. Каждая масть имеет свои знаки зодиакальные, однозначно. Но я рассматриваю исключительно так. То есть, если ко мне приходит человек, который по знаку зодиака стрелец, однозначно он герой этой масти. Это его масть, это его хозяйство, это его собственность, это его все, понимаете? Так, посох, власть, символ власти. Вот, пожалуйста, вам туз посохов. Здесь, в данной ситуации, питает страсть и пожирает одновременно. Вот так вот, видите, абсолютный огонь поглощается. Двойка. Ну, поэту, да, там сказано о том, что всего не завоюешь, люди думают, как быть, рассматривают земной шар, ищут действия. Да, здесь проблема выбора, конечно, тоже есть, однозначно. Она может быть, иногда она может изображаться как карта двоевластия. Для меня, например, там двоевластие, если будет еще один какой-то персонаж. Тройка. Тройка вообще считается картой торговой. Но, ну, смотрите, человек, который ждет, его корабли придут с его богатством, с его товарами, торговец, придет к нему что-то. Это карта торговая. Хорошая карта, карта прибыли, работы, торговли и так далее. Для меня так. Но здесь посмотрите, человек реальный, корабль нереальный. Призрачный корабль, да? То есть надо понимать, что это призрачный приход, доход, простите. Даже не знаю, как сказать. Призрачный корабль. Четверка. Четверка. Вообще, эта карта хорошая. Это благосостояние. Четыре посоха. Но призрачное существо.
Пятерка – карта конкуренции. Вот они сражаются, эти призраки, между собой, конкуренция, борьба и так далее. Здесь это отражено. Шестерка – карта победителя. Вот, пожалуйста, победитель. Но он призрачный, опять же, победитель. Победитель-призрак. Вот так вот. То есть можно и так характеризовать, что победа тебе и не светит. И так можно. Но, повторяю, в зависимости от общего расклада, от темы, говорю же, от клиента, от мастера и от окружающих карт. И еще от очень-очень многого чего. Сейчас у меня не вопросы раскладов. Сейчас у меня просто я пока рассматриваю всевозможные колоды. Семерка. Следует противостоять импульсам, желаниям. Реальный человек с массой призраков противостоит им. Ну, это просто. Восьмерка посохов. Еще раз говорю, восьмерка посохов – это единственная карта времени в системе Таро. Здесь она означает скорость полета, но призрачная, опять же, скорость. Что касается временных, значит, понятий в системе, я уже говорила, что самое медлительное – это у нас пентакли, дальше идет побыстрее чаши, потом идут посохи, самое быстрое – это мечи. Но если стоит вопрос о скорости, это карта скорости, вот она. Ну, девятка – это вообще, сказать, призрак отца Гамлета, явно, да. Ну, как хотите, так и понимаете. Но девятка – дело в том, что каждая масть, она с повышением цифры, она усиливает, ее вес усиливается. Понимаете? Все-таки посох – это масть трудящегося человека. Вот здесь труд будет сейчас, вот труд усиливается, сложности усиливаются. А в десятой, в десятке посоха вообще, видите, нагруженный посохами идет в гору, опять же, да? То есть эта нагруженность, она усиливается. Поэт во всей красе здесь. Ну и, наконец, прекрасные дворцовые карты, вот они. Паж посохов. Паж, он в этой колоде называется так, дух предприимчивости, согласна абсолютно, дух предприимчивости. Для меня паж посохов – это юноша, это молодой очень человек, это, может быть, студент, ну, по-нашему, там, колледжи или первоначальных курсов института, человек импульсивный, который хочет познать жизнь окружающую. Это хорошая, положительная, активная карта. Рыцарь. Дух путешествий. Вот почему-то эта карта все время расценивается у тарологов как путешественник. И вместо Рехавалона он путешественник. И, я не знаю, в рыцарском Таро он путешествует. А здесь у него кобылица полная молока под ним. Как он с такой кобылицей путешествует, не знаю. По-моему, так. Но, тем не менее, это, да, путешественник. Он может быть каким-то военным, офицером каким-то и прочее. Ну, любое, что связано с путешествием по работе. Так, ну, королева посохов – это карта властной женщины. Это карта властной женщины. Я уже говорила, что это за карта. Ее называют еще дух музы, да? Может быть. Но эта женщина – друг, еще раз говорю, это не любовница, не бизнес-леди, не ведьма. Не знаю. Эта женщина – друг, но она властный друг. И она не предаст. Она не предаст. И, наконец, король посохов, дух лидерства. Ну, это да, это лидер, так сказать, человек, достигший власти, который ради власти пойдет на все. Состязаться с ним бесполезно. Эта карта больше похожа на президентов, которые достигли президентского места, не хотят ни за что от него, никогда не уйдут с него. Это, я не знаю, как хотите, папа римский, который может отдать свою должность только со своей жизнью, понимаете ли, и прочее, и прочее. Это вот такой персонаж. Это посохи у нас. Ну и, наконец, еще хочу я вам показать мечи. Масть мечей. Очень сильная масть, связанная с воздухом. Стихия воздуха, то есть сюда относятся водолеи, близнецы. И кто у нас еще по воздуху идет? Посмотрите. Так, вот меч, символ. Классическое изображение меча. Вот
луна, либо солнце в затмении, либо луна в полнолунии, тучами закрытые. Вот так. Ну, это символ масти. Еще раз повторяю, это символ масти. Вот так вот закрывает собой. Вот любая карта будет, которая, да, вот, ну, любая выпадет и кроется, да, ею. Это символ этой масти. То есть она может короля крыть. Хотя и говорят, я уже об этом говорила, меня немножко раздражает, что начинают. Туз, единица начинается, уже не самая слабая карта, правильно? Это символ власти, символ масти и символ власти одновременно. Он не может быть слабый, туз. Так, двойка. Это теория конфликта. Завязанные глаза, непонятно, кто с кем дерется, дуэль, не дуэль, не разобравшиеся в ситуации и так далее. Остается сиоид во всей красе. Тройка. Вот тройка. Здесь немножечко... Ну, тройка мечей – это классика печали. Изображается обычно сердце, пронзенное тремя мечами. Но в данной ситуации, посмотрите, реальный человек. Конечно, сердце его в печали. Видимо, погибла девушка, которую он любил, или что. Вспоминает ее. Видите, как бы ему кажется, что это она хочет сон держать над ней. Это очень печальная карта. Очень печальная. Так, четверка мечей, это у нас, понятно, отдых, временный отход от дел и прочее, прочее. Может, уход на пенсию, или на что еще, или болезнь, больница и прочее, это классика. Так, пятерка. Пятерка и семерка, вот эти две карты, одна переходит в другую. Карта конфликта, карта подлости, удар ниже пояса. Как хотите, понимаете, это очень тяжелые карты. А вот шестерка здесь, это в классике, абсолютной классике. Вот я же говорю, что вот женщина с ребенком переплывает границу, все это реальные персонажи, а это призрачный лодочник. Это сложно понять. Здесь это очень сложно понять, потому что куда она идет-то со своим детем? Куда она плывет? Кто у нее лодочник? Призрак ведь лодочник. Куда она придет, неизвестно. Печальная карта здесь. На самом деле, эта карта не есть плохая в системе Таро, но в системе Дэвида Корси здесь, в Таро призраков, она, я не считаю, что она хорошая. Она опасная. Вообще-то надо думать, куда с детем идти. Семерка, говорила. Восьмерка. Свобода, состояние, ну, как сказать... Душа рвется наружу, руки связаны. Персонаж вроде не призрак. Ограничение действия здесь, да, это есть, это видно здесь. Девятка – это кошмары, дух сохранен. Это кошмары снятся. Или не снятся, или являются ей, так сказать, духи, так сказать, нижнего астрала. И такое возможно. И такое возможно, тем не менее, это кошмар. И десятка – это карта вообще смертоубийства. Это понятно, это убийство. Призрак, непонятно, призрак ли ему отомстил, или призрак к нему явился, но, во всяком случае, человек погиб. Дальше идут карты двора. Карты двора. Так, вот у нас паж. Паж мечей, он означает дух любознательности. Ладно, дух любознательности. А вот рыцарь у меня в двух вариантах, опять же, со знаком плюс, со знаком минус. Или ответ «да», или «нет». Или что-то хорошее, какая-то хорошая, быть может, весть будет, или что от этого персонажа, хотя вряд ли, поскольку это мрачный достаточно. Персонаж достаточно мрачный. Я уже говорила не раз о нем. Очень сильный образ, очень сильный образ. Но молодой враг, полный силы, конечно, будет сильный образ, не слабый же. Так, дама у нас идет, вот эта вот призрачная дама. Ее называют вдовой, ее называют черной колдуньей, ее называют меченосной дамой. Иногда дамой-злодейкой. Но я не думаю, что почему зовут даму-злодейка сразу? Почему сразу злодейка-то? Это в простых гаданиях вот 19 века, русские старинные гадания, цыганские гадания. Да, вот там в простых колодах 36 карт или 24 карты. Мы говорим дама-злодейка. А здесь она для меня не злодейка, это меченосная дама, это женщина, которая может постоять за себя и отомстить обидчику, с ней не связываться. Ну и, наконец, символ справедливости, как говорит Хаю Басхов. Традиционный символ справедливости. Меченосный король,
который, так сказать, творит суд с позиции силы, повторяю, с позиции силы. Это король Артур, как у нас был в «Мистериях Авалона» и так далее. Вот такие вот замечательные, прекрасные карты. Теперь, что бы я хотела вам сказать? Я бы хотела все-таки показать вам в проекции, если мне удастся. Я вот в прошлый раз у меня не получилось. Сейчас я одну минуточку, если потерпите, я вам покажу. Одну минуту. Угу. Секундочку. Сейчас я найду просто. Сначала не могу найти. Один момент. Ага. Вот, нашла. Сейчас я попробую поменять проекцию, если мне это удастся. Я в отношении, как бы я вообще, так сказать, нет. Угу. Вот так вот скажу. Прошу прощения. Вот. Вроде. Нет, вот так вот, наверное. Вот, видите, это в подлиннике карты, колода его. Да, это курсе в подлиннике. Вот она, вот так она представлена. Видите, она какая? Вот она. Не буду сейчас особо открывать. Это ясно. Вот такая. Ну, конечно же, очень большая разница, да, с моими. Так, теперь. Вот моя колода. Вот так вот она изображена. Вот она. Вот то, что я сейчас вам показывала, вот такие вот цвета яркие. Да, конечно, со мной могут не согласиться многие, сказать, что почему такие яркие, это призраки и так далее. Но, опять же, повторяю, я же не на продажу это делаю, я это делаю для себя, я хочу так. Мне так нравится, мне так лучше. Кстати, при такой яркости призрак лучше просматривается. Гораздо лучше просматривается. Вот видите, при такой яркости вот так вот. Видно, что призраки. Видно, видите? Это не призрак, это не призрак, это здесь призрак, видимо, и так далее. Вот так вот. И, наконец, еще хотела бы я вам показать. В прошлый раз не показала, каюсь. Вот «Вечная ночь вампиров», какая была в подлиннике у него. Опять же, мрачная, да, мрачная. Мрачные расцветки. Прекрасные, конечно, изумительные изображения. Но для меня они мрачные. И вот мои, которые я вам показывала в прошлый раз. Вот. Вот. Сразу видно. Масть открываешь, и сразу в раскладе видна, какая масть. Не надо там очки одевать, всматриваться, что именно изображено на карте. Вот, сразу видно все. Вот такие вот дела. Такие вот пироги. Ну, вот. Вот. Таро призраков мое. Которое я себе позволила себе сделать для себя. А рубашка у меня вот такая вот. О, прям как моя на столе. Ну, в общем, все. Спасибо за внимание. Вроде я все сказала, что сегодня рассчитывала сказать. Просьба такая. Да, во-первых, я в конце под роликом пишу свои данные, там, координаты. WhatsApp, Telegram, простите. Вот. Ну, пишите комментарии. Если кого-то что-то интересует, пишите, спрашивайте. Подписывайтесь на канал, какие-то ставьте лайки, потому что просмотры есть и немало. А никакой реакции нету, ни лайков, ни комментариев. Это не значит, что вы должны со мной спорить, или я с вами... Эта тема не поддается никакому спору. Я просто делюсь своими наработками. Но у людей могут быть вопросы. Могут что-то спросить, могут что-то задать, какие-то вопросы, которые их интересуют. Пожалуйста, ради Бога, милости, как говорится, прошу. Всего доброго. Thank you.